Всем привет. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Если меня слышно. Так, отлично. Сегодня гостей не будет. Ответ на вопросы. Надеюсь, я чем смогу помочь или ненадолго задержу. Так, значит, Amazon. Amazon. Ответы, вопросы. Так что подготовьте вопрос-ответ, если есть. Честно могу сказать, рассказывать не знаю о чем. Ничего интересного, ничего нового нет. Привет, с Саратова, США. Темы нет никакой. Потому что никаких новостей нет. Мне кажется, январь-февраль и июнь-июль самые мертвые месяца. Не в плане продаж. Есть сезонные товары, естественно, продажи есть, но таких вот новостей, каких-то вот действий, все как-то застряло. Ну, с Verified отзывами я как бы их не контролирую, это сложный вопрос и процесс. Вообще, в принципе, на самом деле, 90, ну, там, точнее, вот у нас есть услуги, если вот по поводу этих услуг, какая-то часть делаем мы сами, ну, то есть лично я, например, там, консультирую людей, обучаем, там, как листинги писать, как товары выбираем. Но много очень сервисов, которые, естественно, я не делаю, не знаю, я не программист, я не занимаюсь, там, фотошопом, там, или еще чем-то. То есть каждый должен заниматься своим делом. Вот, и это просто люди приходят, предлагают какие-то варианты. Я смотрю, если я не знаю более выгодных условий, я, соответственно, беру их в разработку. Если люди мне пишут, что есть более выгодные варианты, я, естественно, постепенно их убираю и отдаю возможность дальше работать. Вот, то есть я не сижу здесь, не занимаюсь монополием и какие-то цены луплю. То есть вот если мы проверили, например, по кивордом, да, действительно работает по $10. Я сейчас с ними переговоры веду, надеюсь, рефералку дадут. Точнее, они обещают дать рефералку, вопрос когда. Вот сейчас с CashCoPro договорился, дали 20% скидка. Сейчас, может, кто-то напишет, что где-то есть дешевле. Замечательно, я буду дальше переговоры вести. Значит, дно еще больше, то есть ниже, можно более выгодные цены получить. Нас достаточно много, и мы можем, в принципе, получить с этого хорошие дивиденды. Я стараюсь всегда по возможности, опять же, получает скидку для всех. То есть мне платят какую-то рефералку, и всем в сообществе тоже должна быть скидка. Как, например, Амзыван дается бонус на там, сколько там, следующий уровень дается. CashCoPro дает скидку 20%. Вот, там, этот, как его называется, PPC Tools дает 25%. Вот, ну и так далее, и так далее. То есть в любом случае стараюсь договориться, чтобы была заинтересованность у людей покупать, например, через мою реферальную ссылку. То есть мне дают скидку, я ее там стараюсь делить, ну хотя бы примерно там каких-то процентов, всегда по-разному, там бывает там 20-30%, там 70% уходит, бывает 50-50%, когда как, просто сложно договариваться, все они по-разному, кто-то хочет постоянно платить, кто-то хочет одноразово, так что сложно сказать. Вот. Это конкретно по, вот вопрос был, по поводу по верифицированным отзывам. Здесь я не контролирую, на данный момент, я так понимаю, примерно цена $20. Верифай отзывы, быстро их не получить, сразу могу сказать, то есть нельзя там по 10 штук в день долбить. Для кого это нужно? Мне кажется, это в первую очередь нужно для дорогих товаров, однозначно нужно. Это нужно, когда надо срочно закрыть верифицированный негативный отзыв, тоже однозначно полезная вещь, потому что через выкуп достаточно долго. Но это опять 50 на 50. То есть, если вам горит, у вас там, например, всего там 15 отзывов, и вам одна звезда не верифай, это точно горит. А если у вас их 115,
Да ну ничего страшного. Ну, если вы хотите закрыть верифайдом, проще выкуп сделать. То есть всегда все относительно. Я не вижу решения единое для всех. Вот. По неверифай $5. Как бы обычная цена, стандартная, насколько я знаю. А оптом дешевле. К верифай вообще это не относится. Это я вот просто поправочку сделал. Вот. В принципе, кому интересно, обращайтесь. Но еще раз говорю. Никто, это такая... Я даже не знаю, то есть это программные способами, все это так, не просто все делается, вот, из-за этого не верифайт вообще, проблем нет, безграничное количество, удаляется, не удаляется, сложно сказать, способы все улучшаются, все лучше и лучше делаются, то есть, когда на меня новые выходят люди, то есть, чем дальше я этим занимаюсь, тем более высококвалифицированные программисты выходят, то есть, все серьезнее, серьезнее, серьезнее люди подключаются, потому что видно, там, где деньги есть, туда народ и идет, на самом деле. Вот, и сейчас мне объясняют недостатки там старых схем, то есть люди разбираются сначала и начинают делать по-своему. И объясняют, что лучше, что хуже. Я не собираюсь никому говорить, что здесь лучше или хуже. Что-то будут убирать. Amazon будет новая программа, новые фильтры. Каждый год меняется система продвижения, ее чистят, убирают. Ну, я знаю, за полтора года уже 3 способа. Убрали из байбоксов, когда продвигали, убрали через купоны и убрали индусов. Их больше не будет. То есть не будет больше виш-листов и всего остального. Ну да, есть бедные индусы, им тоже день хочет заработать, они пытаются там что-то сделать, там посадят 100 человек вместо 10, как раньше. Но не работает это. Новые способы более высокотехнологичные должны быть, то есть там всякий момент с этим связан. Вот, так что по ценам, пишите, никакой здесь нет монополии, если есть дешевле, надо просто это проверять, потому что надо понимать тоже, запускать услуги я стараюсь проверенные. Не всегда это получается. Почему? Потому что бывает, ну, просто дефицит. Вот, из-за этого бывает стараешься. Но в любом случае, естественно, это не вообще просто так вот. Пришли первых подряд. Но в основном стараюсь именно сделать, чтобы они были максимально безопасные. И из-за этого мы очень часто притормаживаем. То есть даже есть что-то, не говорим. Вот, и постепенно это продвигаем. А бывает просто уже опаздываем. То есть когда проверили, все нормально работает, бах, оказывается, зря это вообще делаем. Пытаемся какой-то найти баланс. Вот, по всем услугам. Из-за этого не надо там кипишовать о том, что вот там дешевле. Наоборот, это информация для всех. Это же открытый доступ. Здесь нормальная конкуренция, так что я только за. Так, значит, по вопросам. $20, значит, верифай. Дешевле даже не знаю. Вот, ну там, можно разговаривать, опять же. Наверное, какие-то вопросы. Просто очень высокая себестоимость. Вот, всякие... антифроды, там, я не знаю, дедики, там, все стоит денег, короче. То есть это не просто так там люди там занимаются, я в этом не разбираюсь. Так, какая пропорция должна быть между покупками и отзывами? А никто ее не знает. Сейчас на данный момент отзывы режут. Недавно их не резали, после Нового года резали. И верифайт срезают. Вот, просто я для себя давно это уяснил. Не надо ориентироваться, например, мы делаем выкупы. То есть, для чего мы вначале делаем выкупы органические, искусственные? Для того, чтобы получить звездочки. Для меня лично, в первую очередь, мы делаем продвижение. У меня есть определенная методика, по которой мы затачиваем листинги, выставляем ценники, делаем раздачи, анализируем раздачи, делаем следующие раздачи, делаем волны, делаем там... не волны, то есть там по одной штуке, там по две штуки в день стабильные. То есть постоянно что-то меняем, корректируем. То есть один товар пошел, другой не пошел. Вот сейчас у нас товар запускаем, посмотрим. В нашей вот закрытой группе по обучению мы как раз наконец-то привезли товар. Вот сейчас по обучению будет опыт дополнительный, посмотреть, что там, как мы делаем. То есть, может быть, например, у людей бюджеты ограничены или там не верят в это. Ну, посмотрят, как у нас получится, хорошо или плохо. Ну, и есть возможность задавать вопрос. Вот, так что здесь ситуация такая, что на старте однозначно я сейчас на данный момент я заказываю каждый день по 5 неверифай отзывов, во-первых. На старте в любом случае нужны звездочки, хуже от этого не будет однозначно. Пускай их удаляют потихоньку. То есть я каждый день вот сейчас заказал по 5 отзывов, то есть в одном месте там штук 20, причем разных, у разных людей, потому что технологии у всех разные. В другом месте закажу там и так далее. То есть я планирую, ну, я не знаю, полтинник точно накидаю, потому что у меня 500 штук пришло, я точно полтинник делаю выкупов. Соотношение отзывов и
и продаж, отзывы очень долго органически тянутся. Они же не сразу приходят, из-за этого не так страшно. Но если у вас товар гнилой вообще, мертвый, и реально вы 50 сделали искусственных выкупов, и у вас больше вообще не продалось, ну это беда, конечно. Здесь стрёмная тема. Ну вот мы привезли товар, у нас еще даже этого не было. Ни одного отзыва, вот одна продажа вчера прошла. Может быть случайно, неважно, но уже какое-то соотношение будет не стопроцентное. Так, в идеале, конечно, наверное, хотелось бы, чтобы это было в каком-то соотношении, там, 1:10, там, я не знаю, там, 1:3. Но как получится. Вначале, я думаю, за нами никто особо не следит. Товар новый, то есть я ни разу, ну вот сколько я запускаю, там, я не знаю, там сотни товаров запустили, ну ни разу проблем не было. Просто не проходит отзыв. Одному, по-моему, человеку за всю, или двум, за всю историю пришло письмо, что вы, предупреждение, что вы манипулируете с отзывами. Ну, то есть, не знаю, там, как, но это больше зависит от ревьюеров, то есть, которые нас могут подвести просто. Да, потому что методика, она как бы не дает сбоя, она просто вопрос, хватит ли бюджета, потому что много очень товаров люди приходят и не хватает просто бюджета. Люди не понимают. То есть, если вы хотите тестануть, ну, берите штук 50, штук 30. Сделайте несколько отзывов, верифай, не важно, запустите PPC и посмотрите, как вы в трафике, когда вас выведут по этим ключам на первой странице, будете актуальны, будут вас покупать или нет. Ну, это смысл есть, вы выкинете на PPC, выкинете на эти 50 штук, но когда люди привозят 150, 250, 220, что с ними делать? Если, а еще и дорогой, еще и высококонкурентный товар. То есть патовая ситуация, раздавать много надо. Потому что конкуренция высокая. Много раз дашь, ничего вообще не останется на продаже. Ну, короче, вот такая вот история. Очень непонятная. Надо выстраивать стратегию. Я не знаю, как работать без стратегии. То есть вот эта вот тупая система. Я, в принципе, отчасти не то, что рад. Ну, меня никак не напрягло, что индусов нет. То есть вот эта вот система. А я сейчас тяп-ляп сделаю листинг. Там цена вообще не важна. Сейчас вот закидаю там 20-30 не верифая отзывы и запуская индус. У меня вот таких было 30%, кто мне в скайп звонил. Они еще единственно хотели там что-то как-то узнать, что-то, какую-то информацию, чтобы там не промахнуться, но в любом случае смысл прослеживался один. Вот. Сейчас надо как-то более вдумчиво к этому подходить, потому что трафик просто так теперь не получишь. Так, привет, кто был на форуме или слышал интересные факты оттуда, делитесь инсайды. Но я, в принципе, честно могу сказать, по поводу форума. Я приглашал Игоря до форума, я приглашал, соответственно, то есть мы как бы здесь в прямом эфире общались с Артем Коршуном. Вместо меня, я туда не ходил, вместо меня ходил мой напарник Евгений. Вот честно могу сказать, настолько разные мнения, я даже не знаю, вот сейчас как-то это... Некрасиво получится негатив говорить или некрасиво получится позитив говорить. То есть вот разные люди ходили, я с разными людьми говорил, абсолютно диаметрально противоположное мнение. Вот просто настолько диаметрально, что вот сейчас такое ощущение подерутся. Вот, из-за этого я даже не знаю, что про этот форум говорить. Вот, люди придут, в принципе, я как бы это самое, уже по этому поводу общался. Даже не знаю, что оттуда интересного рассказать. Вот. В любом случае, если будет, конечно, это самое. Ну, напишите в комментариях, если вам интересно будет пригласить разных людей по поводу форума. Я просто боюсь их вместе пригласить. То есть у меня как бы непонятная ситуация. Я там не был, из-за этого у меня мнения своего нет. Вот. Я не могу мнение свое сказать. И в любом случае, есть разные люди, то есть мои друзья, которых я сюда приглашал. Вот. И так далее. То есть там несколько человек моих друзей было и, соответственно, те, которые организаторы этого форума. Вот. Можно, конечно, пригласить. Напишите тогда после лайва пожелания или в личку мне напишите, чтобы я просто понял, насколько в этом спрос есть. Потому что реально очень разные мнения. Я просто видел там текстовые комментарии, фотографии. У меня даже вот Артем Коршун сюда выложил свои там видео и так далее. И люди написали жалобу мне. Вот. Я не знаю, чем недоволен. Ну, просто мнение свое такое. Ну, как недоволен? Я вот здесь написал, ну, аллилуйя пели там просто и все. То есть у всех своим. Я еще раз говорю, я не знаю, я там не был, просто говорю, разные мнения. Вот. Из-за этого не хотелось бы ничего хорошего, плохого говорить. Я просто, мне нечего сказать.
Вот информация, информация. То есть, опять же, если пошел новичок, может быть, ему много информации были. А старичок пошел, ему было неинтересно абсолютно. А если люди, например, активные, то есть они там общаются друг с другом, там, может быть, он много информации получил. Мой, может, напарник мало информации. Я не знаю, просто мне сложно сказать. Я еще, так скажем, форум прошел у нас недавно, я еще со многими не говорил. Вот у нас в субботу будет скайп-созвон, там несколько ребят были, в любом случае они свое мнение расскажут. Вот. Но просто говорю, единственное, очень как-то так, такая скользкая тема, не хотелось бы ее это самое, что-то там, потому что тем более я сам туда приглашал, вот, сам там не был, и мне сложно что-то об этом говорить. Так, дальше, а то у меня тут вопросы уходят, не буду затягивать, не знаю, так, значит, Ласка, не знаю, новость ли для тебя, Amazon сейчас да что такое? Пожалуйста, повтори, я не успел прочитать, извиняюсь, очень много кидаю. Так, Сергей Сергеевич, как думаете, можно использовать да что ж такое, вообще не успею, пожалуйста, продублируйте еще раз. Так, Сергей Сергеевич, по форуму у них нет понятия делать раздачи по нашим схемам, как говорили ребята, у них уже есть свои сообщества, и они через них делают раздачи. Ну, я про Израиль слышал, много ограничений, про Америку, да это все, много можно чего говорить, но пускай дадут, в чем проблема-то, я же не против. Они много чего говорят, вот вся и в этом и проблема. У человека за 4 миллиона долларов в месяц оборот, или там за 2, есть курс по обучению, который стоит там 1000 долларов. Вопросов очень много. Одни считают, что это за счастье, а другие считают, что это как-то неадекватно вообще. Так что я не хочу по этому поводу, еще раз говорю, даже это вдаваться, потому что реально мне сложно сказать. 3 спикера были интересны, информативны, была хорошая мотивация. Ну, то есть кто-то идет за мотивацию, мне так она обалденная. Я вот, ну вообще, я не знаю, у меня этих лайвов там, помимо здесь, еще там, то есть работаешь в поте лица, отдохнуть некогда. Так, Ласка. Тем, что практически не было инфы, именно практических кейсов, я так понимаю. Вот, ну, я сейчас говорю, у всех мнения разные, просто, ребят, тут каждое это самое. Я, например, туда собирался ехать именно встретиться со своими знакомыми, там, незнакомыми людьми пообщаться. Мне неинтересны американцы, честно могу сказать. Во-первых, есть понимание уровня. То есть, если у меня уровень продаж там на 10 тысяч долларов, мне не интересен человек с миллионом долларов оборот, и ему я не интересен. Это первый момент. Второй момент. Я не знаю, какой информацией они туда едут и что они хотят сделать. Если они хотят меня чему-то научить, вот, но надо понять, чего они могут сами. Вот, какая у них информация. То есть, они не знают, насколько подготовлена аудитория. Может, там люди, я не знаю, месяц Амазон услышали или там вообще просто журналисты какие-то пришли, которые вообще в Амазоне знают, как там товар покупать, или не знают даже. И люди, которые там уже, не знаю, 2 года живут этим Амазоном и сами неплохих результатов добились, или там у них там другие бизнесы совершенно. На Амазоне клин не сошелся, просто мы им занимаемся. Тут может заниматься человек, там, врач, учитель, там, я не знаю, дворник, сантехник, водитель грузовика, житель Америки, России, Финляндии. В этом и преимущество его. Интернет вот этого бизнеса, что мы можем все там участвовать. Кто-то участвует 24 часа, а кто-то участвует 2 часа в день. Вот, все по-разному. Концентрация, объем информации разные. Из-за этого очень сложно подогнать информацию под аудиторию. И мне, что будет интересно, я думаю, очень многим здесь, многим в группе, новичкам, например, особенно, будет вообще неинтересно. Вот и все. Так что это все нормально. Вот, а что у них понятия нет? Ну, я не знаю, я много кого консультирую из США, а что-то они в группах никаких не находятся, и они в США нас просят отзывы сделать. Вот, может, есть эти группы, я не спорю. Но тот же Amazon также борется, и также на английском они и эти группы ищут. Из-за этого никто не спорит, возможностей много, пускай они нам помогут. Они же приехали-то, деньги люди заплатили, они должны же какую-то информацию дать, так понимаю, список групп они дали. Дайте нам, ну, если они есть. Наоборот, для новичка было инфы мало. Ну вот, если Алексей говорит. Так что я говорю, тут каждый ищет свое, я тут, мне сложно сказать. Просто я про форум, вот честно могу сказать, я планировал сегодня кого-то пригласить по форуму. Но пообщавшись вот несколько дней, у меня все желание отпало, я не знаю, что говорить.
Вот, то есть люди придут и желание, там, Игорь, там, Артем, я с удовольствием, но сам организовывать я вот именно это не хочу. Если продажи идут вяло или почти нет, есть смысл сразу показать штук 5-10, не верифайт отзыв. Ну, ребят, тут вообще, честно могу сказать, вот эти 5-10, дело не в количестве или не верифайт, не верифайт. Нужна общая стратегия, которая будет накладываться на конечный результат. То есть мы, понимаете, вот когда мы, как и для меня это все, то есть на начальном этапе мы закладываем первый кирпич, фундамент, это выбираем товар. Мы закладываем свой бюджет, понимаем, что нам надо будет там какие-то товарные остатки создавать там, и так далее, и так далее, и так далее. Вкладывать в маркетинг и все остальное. Мы закладываем бюджет. После этого мы там ищем классного производителя, закладываем еще какой-то кирпич, делаем классные фото, делаем хороший листинг, там кто-то кастомизирует, кто-то нет, кто-то подарки, кто-то без подарок, кто-то демпингует. И мы постоянно докладываем какие-то проценты к успешному запуску. И вот в конечном итоге, когда мы вообще все сделали, мы, например, можем повлиять, я не знаю, ну там 50-70% успеха. Вот, все остальное это случайность, это как прогноз погоды сделать, потому что там какие-то даже суперкомпьютеры прочитать это не мог. Ты также и здесь, а здесь суперкомпьютеров тем более нет. Из-за этого мы можем просто-напросто, элементарно сделать хорошо свою работу, вот эти кирпичи хорошие положить или плохо. Если мы не знаем, мы, например, как там щука, рак и лебедь в разные стороны тянем, там очень я часто общаюсь с людьми, у кого много партнеров, и там просто бедлам ямы. То есть там одному одно надо, другому другое, третий там внешний трафик, этот внутренний хочет, тут PPC, тут раздача. Это вообще беда. Вот. И очень много разных вариантов. Вот. И тут дело не в количестве, сколько вы верифайт, не верифайт купите. Надо просто, ну, позвоните мне, я не знаю, пообщаемся. Может, что-то расскажу, может, непонимание какое есть. Потому что я, например, вот сейчас еще раз повторяю. У меня, значит, один человек делает каждый день по одному-два выкупа по определенному ключу. Когда я его выкуплю, я закажу следующий ключ. По другому ключу у меня другой человек занимается. Он делает волну. 3, 5, 7 выкупов. 25 выкупов у нас заложено. Вот. А, соответственно, у нас заложено 50 выкупов. Соответственно, мы 25 вот эти примерно делаем и смотрим, что получилось. Какие фразы подтянулись, какая конверсия. Ну, все вот эти моменты. Потом, соответственно, делаем следующий блок и смотрим, что у нас лучше сработало с этим товаром. Еще 25 закидываем. Параллельно я накидываю еще не верифай. Удалят, не удалят, что пройдет по звездам. Это уже по ситуации. Тоже будем двигаться по ситуации. Может быть, вообще такая ситуация быть, что мы сделали органику, у нас из 50 раздач получится там 10 отзывов всего. Вообще может быть такой парадокс, что придется мне еще заказывать не верифайдовские отзывы, там еще там, хотя бы чтобы штук 30 было. Все может быть. Я готов ко всему, ну, то есть на определенный бюджет. То есть я заложил определенный бюджет, я на него рассчитываю, что этого будет достаточно, чтобы распродать хотя бы эту партию и посмотреть, сколько я могу на ней заработать. При условии, что я выбрал товар с хорошей маржой. То есть у меня есть на что крутиться. При условии, что мы сейчас демпингуем. Ну, то есть много-много-много всяких моментов. Вот. И, соответственно, у меня как бы разложено все по полочкам. Я не могу работать, например, там как-то по-другому. И когда я начинал, я тоже это не понимал, и мне нужен вот этот был механизм. Я его выстроил, и я его долблю постоянно одно и то же. Просто когда один товар на одном этапе начинает работать, другой на другом, третий на третий, четвертый там, на 20-й день начинает работать, другой там на третий день. Вот, мы так и работаем. Вот это наш как бы... Вот мы листинги стали писать, все то же самое. Мы эти листинги пишем, потому что они работают вот с этой системой, мы как бы отработали, мы понимаем, что это можно уже продавать, как коммерческий продукт. Он работает, но опять же, он сам себя не за шкирку не вытянет. Мы не Мюнхгаузены, чтобы взять себя за шкирку и вытянуть без какого-то буста. Ну, мне по крайней мере так кажется. Так, дальше. Сергей. Как думаете, можно использовать одного ревьюера для отзывов на 2-3 продукта в одном бренде? Ну, это, мне кажется, можно. Просто главное, чтобы... Тут проблема другая. Этот ревьюер, скорее всего, купит ваш товар в бренде этом, номер один. Потом он купит, значит, у Саши, у Васи и у Пети. И потом, грубо говоря, так, сейчас мысль. Так. Они ловят, короче, не за то, что один и тот же покупатель у вас может покупать спокойно. Да, потому что, ну, он, например, лояльно, я лояльно отношусь там к бренду Nike. Мне он нравится, я покупаю у них там кроссовки, потом я пришел, купил толстовку, ну, я не знаю, там, Hollister там или еще что-то. Нет, бренд нравится, я прихожу в магазин и покупаю. Но они ловят не за это, а за родственные связи.
То есть у нас есть люди, которые там Wi-Fi к другу пришел, зацепился, подсоединился, и Amazon его определил. Это уже такие вещи для там программистов там, и так далее, системных администраторов, они там в этом лучше разбираются. А есть ситуации, когда один и тот же ревьюер постоянно, то есть группа ревьюеров покупает постоянно одни и те же товары. То есть 10 товаров мы раскидали на 10 ревьюеров, потом пришло еще 10 товаров, опять же эти ревьюеры эти товары купили. Вот тогда как раз с разных брендов, но группа людей покупает, тогда вот беда начинается. Вот я это вижу именно так. То есть к вашему случаю абсолютно можно, если это ваш друг, например, товарищ, да пускай покупает постоянно, вообще проблем нет. У меня сейчас другая ситуация. Мы сейчас запускаем несколько товаров, пока 5 оплатили, несколько едут, несколько на последней стадии производства, несколько в процессе производства, то есть там работаем. Вот, и там получается у меня 3 аккаунта, с 3 аккаунтов мы будем продажи делать, и будем вот так чередовать. То есть из-за того, что много запусков, много товаров, а ревьюеров не так много, у нас разные аккаунты, и плюс еще на некоторых аккаунтах несколько товаров, то есть придется по 2, по 3 сразу. То есть вот у меня придет, например, там на один аккаунт 3 товара, на другой товар 3, на другой аккаунт 3 товара, на третий товар 1. И вот я их буду чередовать, мешать, то есть будем пытаться. Но все равно, еще раз говорю, я упор делаю всегда на органический выкуп как продвижение. Отзывы, ну подтянутся они. Ну верифайдом я еще накидаю. Ну то есть вот так. Так, значит, дай. Думаю, ответил. Когда мало опыта, то от формы ждешь практических, прикладных вещей. Это я про себя. Но мы все разные, и уровень у всех разный, согласен. Ну вот, я из-за этого говорю, то есть ситуация абсолютно разная, и я не хочу, то есть просто тут сложно сказать. Единственное, одну ремарку. Я сейчас вот про это все рассказывал, именно про людей, которые уже на Амазоне, я не могу сказать, что собаку съели, но как минимум там года полтора тусуются. То есть люди уже в принципе понимают, что делать, как делать. Мы просто, например, вращаемся там до 100 тысяч оборот. И видно, когда люди вращаются там, например, до миллиона там и так далее. То есть они рассуждают по-другому. Они, например, вот у кого такие обороты, они понимают, как масштабировать бизнес. И их лучший вариант, вот если сейчас я, например, для меня важно много запусков. А для них время вот на это терять просто смысла нет. Им проще купить хорошо товар с хорошим запуском. Его уже запустили, уже есть продажу, есть история. Он посмотрел, все, он понимает, как его дальше. У меня нет ни одного положительного опыта с внешним трафиком, кто справился. Если есть, отзовитесь, пообщаюсь с удовольствием. Любой внешний трафик, лендинги, Shopify, собственные сайты, Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, неважно, что-либо. Вот, у меня нет. А у них, может быть, уже есть. Вот, у них, может быть, есть понимание, как на Facebook там, они как-то это все там завуалируют, ускорят там группу, у них там есть закрытые возможности. Запросто. И они могут от 100 тысяч вот этот товар, от 50, например, поднять до там, полумиллиона, там, в Европу запустить, там, в Японию. То есть есть механизмы сразу. Им и пока, еще раз говорю, по поводу запуска любого товара. Вот какой бы профи не был, все равно на 100%, да какой на 100, там, даже на 70% уверенности, ну просто не зацепился. Вот он бывает гнилой какой-то товар. Вот его пинаешь, а он стоит на месте, не продается. Конкуренты рядом продаются, а у тебя не продается. В какой причине, непонятно. Он или не двигается, или двигается с высокими затратами. Я думаю, у многих такой опыт есть, и сами видите, бывают фотографии супер, все супер, но вот не идет. Вот, из-за этого там по какому-либо роду причин, например, там вокруг все известные бренды, а вы никому из-за этого не нужны, а вы это не рассчитали, не знали, что это вообще бренды такие известные, то есть там какой-нибудь Гидрофлаг я до Амазона знать не знал, а он там крутой у них, ну кто его знал? То есть это со временем узнаешь, то есть сталкиваешься с американскими брендами, которые там... Вот, из-за этого момента в этом отношении много, и у всех спрос разный. То есть у миллионеров, у них спрос просто скупить аккаунты за дешево. Не продавайте дешево. Ну, там один к трем, один к пяти, наоборот, там, годовой там они умножают. Ну, не знаю. Не знаю, кто-то действительно может быть... еще надо не забывать. Мы маленькие, мы более эффективны. Чем более крупная компания, тем им сложнее больше зарабатывать. Там много... наемных сотрудников, халтуры, работы некачественные, потому что лучше нас работать никто не... Если мы, тем более, грамотно, профессионально этим занимаемся, лучше нас никто не сделает. Так, Ласка, не знаю, новость ли для тебя, Amazon сейчас развернул широкую кампанию по проверке доков.
Раньше были единичные баны за подделку док. Сейчас такой бан, наверное, входит в топ-5 причин банов на Амазоне. И вроде как это приравнивается к мошенничеству, деньги и не выплачивают. Это касается регистрации, так, БР, типа торговой марки, инвойсов, и даже уже встречалась подделка паспортов. Но запросто, ё-моё, тебе виднее, потому что ты там с этими банами... У меня такого не было. В принципе, я как бы этим не занимаюсь. Единственный есть момент, наверное, открытия категории. Ну, надо созвониться просто, пообщаться по открытию категории. Там, может быть, с этим... Не хотелось бы, конечно, с этими банами вообще. Это такая тема. Да, и тем более, если они... Раньше-то они всем дропшиперам, я так понимаю, на 90 день отдавали. Но я говорю, вот всего-навсего активный, занимаясь Амазоном, то есть вот именно на Амазоне, там всего год. Вот, там полгода готовился, год на активно на Амазоне, вот столько всяких изменений, такое ощущение, вот мы пришли, они начали вот так двигаться. Я так понимаю, они все время этим занимались. Ну вот, так что, ну что, будем двигаться дальше. Ну, сделаем другие аккаунты. Ну, тема нормальная, так что пока она выхлоп дает, в любом случае будем крутиться, вертеться, приспосабливаться. Выхлопа не будет, будет жесткая конкуренция, надо будет начинать с контейнера, на пробу брать, там, 40-футового, а не... на 3000 долларов, ну тогда здесь сразу в группе поубавится народу, останется человек 200, которые реально будут заниматься Амазоном. Ну, по крайней мере, начинающих-то точно поубавится. Так, ну и новость для онлайн-арбитражников. Появились гейты в открытых категориях, которые вообще нельзя пройти. Ну, ты специалист в этом, я никогда не интересовался, ничего не мог сказать. Видно, что ребята... готовы форум. Ну, видно, что ребята готовили форум, старались, понятное дело, вообще сомнений нет. Никита говорит, он явно не дорос, хотя было любопытно пообщаться. Ну, вот из-за этого я говорю, так что нормально. Пока с внешним трафиком тяжело. С вами согласен. То есть хоть кто-нибудь у меня. 1:3, 1:5 соотношение с чем? С продажами фактическими. С органическими продажами. То есть вы... продали, тут вопрос какой, 10 продаж продали, как я понимаю, своим друзьям, и 10 отзывов получили. Вот как бы людей это напрягает. Ну, 10, ничего страшного, я думаю. Вот, но если у вас 100 будет продаж и 100 отзывов, один к одному, это будет точно напряжно. Вот, ну, будем стараться. Мы что делаем на старте? Демпингуем жестко. То есть задача зацепить любую органику. Некоторые люди у меня жмодятся, не хотят демпинговать. Есть причины две. Одна – жадность, ну какая-то, я не знаю, то есть какие-то свои представления. А вторая – это действительно есть проблема в будущем столкнуться с байбоксом и вылететь из байбокса, если значительную цену уронить. Но у некоторых таких проблем нет, у некоторых есть, там свои есть моменты, нюансы связанные. А, там раз в месяц они обновляются, я так понимаю. Можно вылететь действительно из байбокса. У меня вот был человек, ситуация, что он там по 120, по-моему, торгует, или 110 долларов за товар, и... мы на раздаче делали 55. И он реально постоянно вылетал из байбокса, там, при 70 долларах ему только давали. Но это вот прошел месяц, а все обнулилось, и он смог вернуть на 120. То есть там это, мы там пытались что угодно делать, алгоритмы Амазона не дают, то есть они говорят в автоматическом режиме. Вот, но все остальное в любом случае. Я демпингую в первую очередь для того, чтобы зацепить любую органику, как раз для размытия, для просто зацепа. Самое дешевое продвижение – это... в ноль продавать, то есть фи, себестоимость, товар, чем там PPC оплачивать, чем там раздачи делать. Это самый класс. Вот, и за это мы и раздаем, и в это время еще вкладываем в дешевую распродажу своего товара. Вот, и надеемся, естественно, зацепить эту органику, как бы там ни было. Будь она неладная, так скажем. Вот, любыми способами. Бывают разные моменты, и очень часто вопрос, когда начинать поднимать цену. Ну, все по ситуации. Опять же говорю, это вот уже ручное управление. Наша задача зацепить. Вот, и потом, насколько мы грамотно к этому подойдем, насколько мы заряжены, настолько и будет, так скажем, удачный запуск. Вот, надо не забывать про out of stock. Это вообще, я вот сейчас на данный момент даже меньше 500 даже не рассматриваю вообще. То есть в основном все по 1000 виза. Потому что уже как наработанный процесс есть, то есть уже все понимание есть, вот, все как это делать. Я понимаю риски, из-за этого я беру именно на данный момент не очень недорогие товары, мягко говоря, вот, и беру в основном 500 тысяч, потому что
вкладываем, то есть мы агрессивно входим, вкладываем в продвижение большие деньги, а до следующей партии можем не дотянуть, это как бы, ну, совсем не айс. Вот, по поводу, я говорю, то, что вот баны, я ничего не могу сказать, потому что у нас, тьфу-тьфу, пока до нас это не докатилось. У меня, потому что мне может что, я документы какие не подделываю, то есть там верификации, все вот эти вот вещи, то есть что есть, то есть. Единственное, вот я говорю, открытие категории, непонятная тема, потому что категория там, непонятно, что с ними. Какие-то открылись, какие-то закрылись. Так, Сергей, на моих продуктах опыт такой, снижение цены никак не повлияло на увеличение продаж, как раз наоборот, ставлю цену в ноль и продажи падают. Ну, нормально, у всех же по-разному, я об этом говорю. У меня такой человек тоже есть как минимум один, что он, даже два, наверное, у которых с повышением цены даже продажи немножко растут. Но все равно есть какой-то предел, вот, психологический, то есть на каком-то уровне продаются, на каком-то нет. Я вам могу сказать, что у огромного количества товаров имеет значение цена. Огромная, просто огромная. Даже не на моих, даже не мой опыт, я вам могу просто кипу открыть, и там lighting deal, там бестселлеранг просто в пол падает, да там, до единиц. Вот там цена падает, и просто график идет прямо, прямо последовательно. Цена упала, бестселлеранг упал, цена поднялась, бестселлеранг поднялся. То есть в высококонкурентных нишах, где бешеные обороты, там бьюти, например, или еще там цена просто там бешеный просто влияет. Вот, то есть везде по-разному. Не будем вдаваться, то какие товары, например, там, я не знаю, одно дело расходники, там цена будет огромное значение иметь, а другое дело детские игрушки, например, или какой-нибудь премиальный сегмент. То есть, ну, по-разному. Детям захотят, наоборот, более качественные какие-то вещи, посмотрят подороже. То есть из-за этого это уже торговля пошла. Здесь все уже понятно, на самом деле. Может, вопрос некорректный по сути, но попробуем. Какая средняя длительность жизни аккаунта начинающего Амазончика, который не нарушает законы? Да вообще ограничений нет. Я не знаю такого, чтобы, например, какая-то была последовательность действий в плане бана. Ну вот сколько я знаю людей, ни у кого ничего не забанили. Это если занимается приватом и ничего не нарушает, работа идет. Бывают проблемы именно единичные, ну может быть там какой-то процент есть людей, которых банят в первую очередь или по собственной глупости, там кто там какие-то нарушает правила, ну или меняет, например, там вывод денег, то есть там безопасность или... Что-то еще случилось, я не знаю, какие там заскоки у Амазона бывают, конкуренты жалобы какие-то пишут, покупатели там жалуются. То есть, если этого нет, ну, мне кажется, это какие-то проценты, может быть, там, я не знаю, до 10%. Ну, у меня таких вот знакомых очень мало. У меня самая вопиющая была ситуация, у моего знакомого, это его забанили на длительный срок, он очень долго мучился, просто на его приват-лейбл написал жалобу кто-то некий, что товар у него подделка. Хотя у него был бренд регистре, хотя у него приват лейбл, но вот так система Amazon работает. И он только с юристом смог после подачи на заявку на торговую марку его еле-еле разбанить. Причем у него очень дорогой товар. По 50 и 100 с лишним долларов. Так. ЛД за счет огромной рассылки имейлов, мне кажется, работает. Лендинг? Ну, может быть, это лендинг, я так понимаю. Вы мне это попроще, а то я... торможу. Все, ну, наверное, работает. Вот, я не могу сказать. Так, Сергей, я у одного известного индуса на Upwork спрашивал по поводу ангит одного крупного бренда. Он готов сделать доки и убежать, что Amazon не звонит брендам. Ну, я не смог, ничего не могу сказать. Как недавно я слышал по этому поводу, как говорят, что есть два вида индусов. Одни там знают процесс, как это делать, а у других там тупо родственники работают. Может быть, все что угодно. А, Latin Deal. Ну, я говорю. Ну, нет, Latin Deal, он работает, я не об этом. То есть в момент, когда... Во-первых, Latin Deal, как правило, цену снижает. А в момент, когда много продаж... Получается, естественно, бестселлеранг падает. Вот я из-за этого говорю, что там и цена снижается, и, естественно, цена падает. И бестселлеранг падает, продажи увеличиваются. Помимо Latin Deal, еще, соответственно, человек просто цену опускает, у него бестселлеранг падает, цену поднимает. То есть, да вы можете сами посмотреть, на самом деле. Кипы берите по бестселлерангам.
кто бестселлеры, пробегитесь. Для меня много новостей там было. То есть мне, например, поразило очень много бестселлеров, серьезных, которые сейчас прям такие все из себя. Я не говорю про бренды, а именно про обычные товары. Как они начинали, например, свой бизнес. Я раньше, когда, помню, за месяц не смог запуститься, я просто голову пеплом посыпал, что все, все пропало. А на самом деле я много товара вижу, что по полгода товары там под сотню висят в бестселлер-ранке. То есть, а потом потихоньку, правильными действиями, может быть, что-то еще. iPad есть, да, много товаров, прям раз сразу и пошла-поехала. Хорошая ситуация. То есть все по-разному. Вот, это просто анализ, еще раз анализ. Вот, по поводу вот этих всяких ангейтов, всяких документов и всего остального, просто не так все просто. У меня по привату есть две основные проблемы. Это патенты и это сертификация. ВОЗ продукции, там все вот эти вот моменты. И сейчас вот третья тема возникла, это как степень локализации, чтобы написать, например, Made in USA. Ну или Made in Japan, там, Made in Korea. То есть, что надо для этого сделать, например, там, сборочный цех иметь, переливочный цех иметь, упаковочный цех иметь. Что для этого надо? Юридическое лицо только надо иметь. Потому что интересная тема уже у некоторых — это самим производить продукт. Ну, естественно, сборочно-разборочное. Вот есть многие такие моменты, до которых мы не доросли. Ну, просто я реально не знаю. Со временем узнаем потихонечку, когда до этого руки дойдут, и вот людей там подмолаживать будем, то есть что-то узнаем. Перепаковать. Антон, я как раз тебе это самое написал в скайп, надо будет созвониться. В любом случае, это самое, по этому поводу есть вопросы. Ну вот из-за этого я говорю. Кстати, у тебя же товар. Ты же там так и берешь. А почему тогда ты не сделал то же самое? Привез бы в контейнер и переупаковал у себя там, да и все. Есть в любом случае какие-то нюансы, мы же не можем по беспределу это сделать. Понятно, что мы привезли товар из Китая, мы не можем на таможне писать Made in США, нас на таможне как бы за это накажут. Но мы можем привезти в Америку и нашим друзьям в преп-центре попросить, чтобы они наклеили Made in USA. Ну вот и переупаковали. Так, Дмитрий, ребят, по Кипе нашел товар, который продавец хочет поднять БСР и снизил цену вообще себе в минус. И этот товар просто тупо покупай и продай на eBay на 8 долларов. Ну, запросто. Запросто. Что такого? Вот он как раз, система продвижения, когда у нас, я даже не помню когда, по-моему, с начала года или с зимы началась вот эта тема потихоньку, когда у нас ушли купоны. Некоторые продавцы, я помню, такой товар был, Can Opener, когда продавал он по себестоимости. Я уж не знаю, в ноль, там, минус он торговал, но он торговал по 6 баксов примерно. То есть это там Can Opener 2 бакса стоит, 4 бакса, соответственно, фи. Вот, он по этой цене примерно продавал через Prime. И был в топах. Ну, все системы разные, почему нет? Но это тоже имеет место быть. Нормальная тактика продвижения, если у него большие товарные остатки, что нифига чисто. Мы там раздачами мучаемся, людям там платим, а он в ноль продает. Просто многие по купонам не раздавали или считать не умеют. По купонам было раньше намного дороже продвижение. Я недавно слышал про этот. Мне там люди сказали, Zone Blast и Verolinch до сих пор работает. Думал, что они Verify делают. Нет, вроде купоны. По купонам, то есть. Ну, вот это вот бред, действительно. Так что вот такая вот история. Ну, вот и товар у нас есть. Да. Йоги, вопросы есть? Товары. Скоро все миллионерами станем. Я чувствую.
Что, все? На этом и закончим. Все побежали ссылку смотреть. Сейчас, Дмитрий, ты раскрыл товар. Сейчас все ломанутся его хапать. Как бизнес попрет. Ну, тут сложно сказать, как общаться с покупателями. Как вы считаете нужным? Мне кажется, тут сложно сказать. Но в идеале, конечно, лучше нанять какого-нибудь американца, американку. Ну вот, чтобы она знала, как они знали, как общаться правильно. Ну вот, сложно сказать. Как сегодня для меня была новость, мне сказали, что в Америке красный цвет не любят. Я, то есть, вот всякие такие вот вещи просто вот даже в голову не придут. Ну вот, там, типа, продукт красного цвета продается в 5 раз хуже, чем, например, там, синего, черного. Ну, это я, конечно, не знаю точно, но просто если это так, то прикольно. Ну, много-много всяких вещей. Он просто специально плохую, наверное, ссылочку дал, чтобы никто не воспользовался. Сейчас тут дропшиперы как налетят, ё-мэ, все скупят. Ну, не знаю, вот, ну, не буду говорить, какой же товар. А, из одежды. То есть, наверное, ближе к одежде, вот так. Вот, и вот человек мне сказал, причем сами из Канады торгуют товарами, и вот сказали, такая вот ситуация. Интересно, просто интересно. Тут не вопрос. Здравствуйте, Алексей. Я начинающий, как дешево доставить из России на Amazon. Тут не то, что дешево. Просто непонятно, как доставить его. Ну, то есть на данный момент я лично не знаю ни одной нормальной схемы, если вы реально хотите торговать по-нормальному. Если по мелочевке, то через ту же почту там, ну, есть какие-то варианты, там, почта 20 килограмм, по-моему. Вот, но это для нормального бизнеса это просто нереально работать. Вот, и мы сколько ни пытались с России что-либо поставлять, оно все убивает просто, все желание. Ну вот, так что сложно сказать. С Россией вообще беда. С Украины, я вижу, очень многие люди поставляют, я так понимаю, с проблемами, но они достаточно легко решаются. То с Россией я до сих пор, мне ни один внятный человек не предложил что-то такое серьезное. Конкретику какую-то, вот, с нашими объемами. То есть мы же не возим вагонами, там, самолетами. Нам нужен там объем палет, грубо говоря, 2 палета. Вот, такие объемы, то есть это и не почтой, где там коробка, там, сколько там, 20, по-моему, килограмм, и не одновременно, не целый там контейнер. Так, Сергей, да есть такое, они считают красный цвет, как красный цвет светофора. Мне один клиент так и написал, что моя LED-лампочка светит красным светом, и это плохо. Ну вот, видите, вот что-то полезное от этого лайва мы получили. Я вовремя вспомнил, человек подтвердил, так что вот она реальная тема. Есть такие нюансы, кто бы знал, это называется. Вот фишка, и никакого, и без каких-либо там американцев и форумов, и все остальное, вот мы даже в обсуждении что-то находим такое интересное, полезное для себя. Так что в следующий раз подумаешь, товар делать с какого цвета. Уж точно не красного. Что делать с гнилыми товарами? Осталось 300 штук, буду запускать молнии за неделю до Prime Day. Ну, разные варианты. Многие вот в группе продают. Есть крупные дропшиперы у нас, ну, я не знаю, как их назвать. Онлайн-арбитражники, то есть люди, которые торгуют чужими товарами, вот, которые торгуют плотно на eBay. Я бы попытался продать, слить и вернуть часть денег. Какой должен быть дисконт быть, ну, чтобы выгодный всем. Я считаю, дисконт должен быть до 50. Ну, опять, от чего отталкиваться вопрос? От себестоимости привоза товара с Китая, то есть, например, мы купили товар за доллар, привезли за доллар и продали за доллар, ну, тогда вот, наверное, примерно в таком диапазоне. 30% просто убивает, честно могу сказать, когда
Люди пишут про товары, я продаю товары, причина, почему я его продаю, потому что мне некогда заниматься. Ну, это просто какой-то детский лепет, я не знаю. Ну, зачем обманывать? Сколько мне людей жалуются, что там вот человек аферист, его там удаляют, потому что какой-нибудь новичок у него аккаунт купит, а там я продаю бизнес. Привез товара 300 штук, продал 10, там 4 отзыва получил и привет. Ну, то есть, вообще ни о чем, и он расскажет, что он бизнес продает. Зачем людей обманывать? Ну скажи, не получается, денег нет там, я не знаю, ну хоть что-нибудь придумайте такое. Ну как, я привез товар, мне времени нет этим заниматься. Ну, несерьезно, мне кажется. А еще я аккаунт я еще продавать не буду, только заберите мне товар, пожалуйста, без аккаунта. Так, есть два сервиса на ангейтинг, к примеру, 249 долл, бьюти, персонал кэр. Ну вот, да ну, в любом случае, это понятно все. Так, Сергей, подскажите новичку. Подскажите новичку, какими сервисами пользуются при поиске ключевых слов. Ну, я пользуюсь Merchant Word'ом, Scientific'ом, Sonar'ом чуть-чуть совсем. Вот, в принципе, наверное, основные. Просто не было бы у меня платного Merchant Word'а, я бы пользовался там Доминатором. Их много. Вот зайдите, пожалуйста, вот в описании данной группы справа будет таблица инструментов. Я, в принципе, могу ее сейчас в чат кинуть. Тут есть разные программы. Я специально их делаю, вот, наверное, профи, это не очень интересно, хотя, может быть, какие-то есть нюансы, когда будет и профи интересно. Вот, может быть, что-то будем дополнять. Я туда кидаю всякие скидки, грубо говоря, там и так далее. Вот, но в первую очередь это должно быть интересно новичкам. Здесь есть несколько листов, и вот один лист – это программы. Посмотрите, там очень много программ, которые этим занимаются, поиском ключевых слов. Но всем я новичкам говорю, вот абсолютно всем, любому вообще новичку, всем советую найти какую-то опору себе в любом случае. Если у вас задание, ну, в смысле, я понимаю, что у очень многих бюджет вообще пипец как ограничен. Да, в этой ситуации просто, ну, это ва-банк. Просто риски с каким-нибудь человеком, который вас будет консультировать, абсолютно не я, кто там, ваш друг, знакомый, кто вас привел. Потому что многие здесь приходят уже заряженные успехом своих знакомых. Вот. Это полезная как бы вещь. Вот. Соответственно, просите, 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 потому что без этого нельзя, без стратегии нельзя. Элементарные, элементарные программы надо знать. Вот. Как они работают, какой принцип работы, использовать лучше, какими пользоваться программами, какими не надо пользоваться программами. Потому что их много, выберите просто свою любимую и с ними работать. Мне Merchant Word нравится, как именно этот общий знаменатель. То есть я пользуюсь разными программами, потом им как бы подытоживаю просто и все. То есть у меня, например, мы листинги пишем, мы, например, у нас подход к листингу такой. Мы, во-первых, делаем кейворды сами. Да, с пожеланием человек может там что-то сказать, но в любом случае, кейворды мы сами делаем. Если у вас старый листинг, вы можете сравнить. Мы в себе в этом отношении уверены, я не вижу никаких проблем. Вот, по кейвордам, title, bullet и description, все понятно. Кейвордам мы даем еще дополнительную таблицу с цифрами. Вот как мне некоторые говорят, я хочу проанализируйте, пожалуйста, мой листинг. Я говорю, да я читать да не умею. Не то, что могу проанализировать, я прочитать даже не умею. Вот. То есть у меня есть словарный запас. То есть я более-менее так понимаю, но я не могу бегло прочитать, найти ошибки. Я в русском-то ошибаюсь. Я не лингвист, мягко говоря. Вот. И, соответственно, в этой ситуации мне нужны цифры. Я всю жизнь там больше на математике как-то, на это склонность. Вот. И у нас есть как бы таблица по этим ключам. То есть там есть три показателя. Merchant Word, среднее количество конкурентных предложений и средние продажи. Точнее, количество конкурентных предложений, это в левом верхнем углу Amazon показывает, и среднее количество продаж по Амзоскопу. Я на эти ориентируюсь данные, можно дополнять, можно улучшать, можно там лист релевантный, нерелевантный добавлять. Но мы делаем так. И человек, когда листинг этот получает, он в любом случае таблицу может в будущем использовать для других дел. Для каких? Ну, я эти таблицы пользую для продвижения, например, товара. Потому что можно двигать низкочастотные запросы с маленькой конкуренцией, но где много находится
товаров с хорошей продажей, например. То есть я их называю жирные низкочастотники или среднечастотники. То есть вам не надо искать, уже все готово. То есть мы делаем так. Из-за этого я не знаю, кто как по-другому делать. Я вижу в Fiverr, дайте нам ваши ключи, и мы их вплетем в тех. Да это несерьезная фигня вообще какая-то. Ё-моё, 70% работает Keyword. То есть это надо убить, чтобы реально хорошо проработать. Ну, я не знаю, ну часов 6. Это прям специалисту, который уже руку набил. Вот. А если новичку, это несколько дней. У меня есть, который там неделями это набивает, потому что мозг плавится. Ну вот. Так что вот такие вот дела. Программ много. Амзыван. Ну, Амзыван, он, да, опять же, или Merchant World, или Амзыван. Амзыван говорят, точнее не говорят, а 99% это данные Merchant World, как мы считаем. Так. Амзыван прикольно. Ну, я говорю, то есть Амзыван отличная программа. Вот, у нас там тоже скидка есть на Амзыван. Так. Вот, то есть таблица инструмент для этого и создана. Я много раз говорил там, да, давайте мне в личку кидайте, что дополнить, но что-то как-то то ли я пропускаю, что-то не добавляется особо. Я ее недавно почистил. То есть она сейчас, я считаю, я ее сделал там, наверное, где-то осенью. И вот недавно почистил, добавил, скорректировал, убрал, все. Я думаю, там лишнего ничего нет. То есть там есть письма базовые какие-то. Есть те вещи, которые вот, ну, не надо в разные места искать, вот все есть. Бери и пользуйся, и все. Ну вот я и за это говорю, Роман. Абсолютно так и есть. Ну вот, потому что для чего, например, я когда... вот мы, например, консультируем людей, я всех заставляю делать все самим. Даже товар можно посоветовать без проблем, но я считаю, так как у меня есть таблица жирных ниш, я стараюсь, чтобы человек сам поискал, посмотрел. Я только в самом крайнем случае буду что-то предлагать. Не то, что я только боюсь, а из-за того, что просто человек должен, ну, поработать, что ли. То же самое с лисингом. Даже он пускает там бешеные деньги у человека, то есть он может заказать все абсолютно сам, но один раз он должен сделать лисинг сам. Чтобы прочувствовать, чтобы понять. Не то, что это стоит денег, а то, чтобы он просто знал, как проверять. Нужен контроль и квалификация. Ну вот, так что так. По-другому я не знаю, как делать. Так, что еще есть? По сервисам вроде все скинул, так что пользуйтесь, там все есть. Ну, по крайней мере, я туда стараюсь скидывать самое важное. Так, дальше. В Юникорме посмотрел ниши со средними продажами 300 в месяц. Правильно ли я понимаю, что если я хочу пробиться на первой странице, мне нужно раздавать, продавать по 10 единиц в день, и товарный запас должен быть соответствовать таким же на месяц и более. Но это целое, так, Виктор, здесь целая история. Во-первых, надо не забывать, на старте, если у вас новый товар, у вас будет буст, и вам не надо продавать столько, сколько они продают, то есть ровно там 10. И Amazon, он совершенно в броновском движении продвигает слова. То есть вот пример. Мы продвигали, например, товар высокой конкуренции, очень серьезный. Продвигали, как обычно, низкочастотники, жирные низкочастотники. У нас было по плану 2. Было уже много раз, мы ошибались, когда мы двигали одновременно 2, и у нас бюджета не хватало. Мы теперь двигаем всегда по одному. Один продвинули, двигаем следующий на первой странице. Вот, двигали, и продвинулся у нас высокочастотник. И за 5 дней весь склад вымылся, 1000 штук продали. Вот и все, из-за этого тут сложно сказать. Мы не продавали, естественно, столько, сколько мы по одной штуке всего раздавали. Там по продажам, я не знаю, в среднем там, ну, 30-40 продаж. То есть это не 300, а 1200 на первой странице. То есть 300 это вообще, я такие ниши даже не смотрю. 10 продаж в среднем, это, ну, это дно какое-то. Конечно, там может быть он там по $100 товар там и так далее, но вот именно по таким данным это низкие продажи для меня в среднем. Ну вот, у меня 10, наверное, это прям такие, ну вообще. Я считаю, нормальные ниши это где-нибудь там, ну, от 30 до 60, потому что выше это уже жесть. Ну, опять-то, вот от сезона, сейчас каким диффузер зайти, там будет, насколько я помню, там 40, там что-нибудь средний продаж, а под Новый год 120.
Вот, то есть тоже надо понимать, когда у него сезонность, когда не сезонность, там все вот эти моменты. Из-за этого я таблицу веду, статистику еще помимо всего. Вот. Из-за этого прямой пропорциональности нет, не существует ее. Все может быть как угодно. Вы должны готовы быть каждый день на это самое, особенно на старте, на тоненьком. Ну вот смотреть, анализировать, как у меня, когда я начинал, год назад, ровно помню, ребята запускали канцелярию. Сейчас у нас, не забывайте, новый пик будет. У нас пики какие? Это первый Новый год, это сезон и праздники, потом лето, это сезон, и школа. Это тоже очень жирный пик. И сейчас будет жара просто. Зайдите в бэкпэк в августе. Просто офигеете там, я не знаю. Я в прошлом году 15 листов не мог пролистать. И все, везде продажи были по 50 в среднем. Вопрос в продолжении. Какой способ доставки самый быстрый? Самолет, сколько дней? То есть, если облажаюсь, заказываю, чтобы... Короче, у каждой транспортной компании по-разному. Я с людьми разговаривал, у которых они говорили очень большие обороты туда-сюда, много товаров, и я у них спрашивал. Ну, то есть они мне вот это рассказывают, я говорю, а зачем вы заказываете отзывы, а зачем вы это делаете? Они говорят, мы постоянно в аут-оф-стоке. То есть очень сложно угадать с товарными остатками. Вот, и мы даже периодически пользуемся, они мне сказали, что самая быстрая доставка Федексом чуть ли не за сутки. Самолетом, естественно, самая быстрая. Вот, то есть тут надо смотреть просто как... Кто-то работает вообще с транспортными напрямую, то есть вот с этими там UPS, FedEx, DHL и другими такими компаниями, как мне китайцы написали на мой товар, какой-то там FSN, какой-то там, не помню, ихний. Говорят, он быстрее, например, DHL там. Раньше мне рассказывали, что DHL самая плохая компания, они показывают больше всего наш товар на таможне. Много-много всяких моментов. Люди говорят много. Со временем мы как-то определяемся, работаем с одними, с другими не работаем. Вот, просто сложно так сказать. Вот. Я могу сказать, что обычная доставка, нормальная, очень хорошая, точнее, необычная, 3-4 дня. А так вот до бесконечности. Можно самолетом доставлять и неделю, и две, я говорю, без проблем, если у вас нет никаких там заморочек, проблем. А, вот да, SF Express. Ну, я говорю, даже не помню уже. Вполне возможно, SF Янин называли как раз. Не помню аббревиатуру. Вот. Огромное количество. Можно набить, например, на Alibaba. Я даже этого раньше не знал, например, AirBay. И Alibaba также предлагает. Ну, вот как раз SF самый хороший и быстрый. Так что вот люди, например, есть же тут и логисты, которые намного лучше. Моя специфика это... Выбор товара, продвижение товара. Я всю жизнь занимался продажами, я всю жизнь выбирал товары и продавал их. И рассматривал стратегии. Я, кстати, логистикой тоже занимался. Вот, ну как бы не было. А есть профессионалы в своем деле, то есть кто занимается там посредническими действиями там в Китае, кто там еще что-то делает. У всех своя специфика, каждый должен заниматься своим. Вот, так что буду иметь в виду, что SF отличная компания. Еще раз говорю, можно через Alibaba транспортные компании форвардеров искать, забивать там, например, AirBay, и вам вылезут. Также Trade Insurance, также будет все дела, и Gold Supply, и можно на Alibaba заказывать их услуги. Вот, так что там много-много чего есть, можно спокойно с ними работать. Давайте накидывайте, что еще хорошего. Ну, так разговариваем, раз, вот я что-то новое себе подцепил. Ну, тоже буду иметь в виду. Но они, собаки дорогие, вот эти SF, они мне цены выставили. Прилично, прилично, дороговато даже, я бы сказал. Ну вот, есть еще Hyundai, кому не горит. Вообще, людей много. Да, SF очень дорого, согласен. Я говорю, они мне цены прям выставили. И главное, самое что смешное, мне с другого завода DHL за 4 сутки привозили, а эти мне заряжают 7-9. Я что-то не понял, где там скорость такая уж бешеная. 7-9 дней – это обычная вообще доставка, ничего особенного. Инструменты для выбора товара. Ну, это вообще, выбор товара – это, как это сказать, по наитию, по жизненному опыту, по желанию опять. Если совершенно разные подходы. Если вы занимаетесь, предположим, ну, в месяц планируете один хотя бы товар,
загружать на Amazon. Одна история. 10, другая история. Один товар всего, третья история. То есть у каждого этого человека будут совершенно разные и бюджеты, и потребность, и время их обрабатывать. Надо это не забывать. Если мы возьмем просто как выбирать товар, я для себя выбрал, когда я ошибся своим первым товаром, для меня было очень важно набрать опыта именно вот с Амазоном, из-за этого я пошел вот в эти консультации и так далее. То есть я понимал, какое преимущество здесь, когда через тебя проходит огромное количество товаров. Естественно, я не планировал кого-то там чему-то обучать, мы просто общались на начальной стадии. Вот. А сам непосредственно выбор товара я себе сделал, вот у меня было свободное время, взял просто, начал долбить весь Amazon в ручном режиме, собирать статистику, набрал статистику. Вот сейчас я ее использую в этой таблице жирных ниш, там больше 800 запросов, как бы веду статистику. Вот, я отбираю как, просто беру жирные ниши. Потом жирные ниши на данный момент, когда я уже вот их собрал, например, как я их буду отсеивать. То есть у меня есть много там запросов классной продажи. Есть просто опыт. То есть сюда не суйся, здесь такие проблемы, здесь такие проблемы. То есть, я не знаю, там 70% сразу можно отсеивать. Вот. Второй момент, это когда мы уже смотрим, товар неплохой, например. Амзоскоп немножко помогает в этом отношении, именно дополнительные плюсики дает, когда мы видим много зелененького, то, что соотношение продаж к отзывам. Отзывов мало, продаж много. Значит, ниша хорошая. Это один из показателей того, что ниша или сезонный товар, как правило, или товар молодой, то есть трендовый. То есть, не трендовый, может быть, но именно недавно вышедший на рынок, какая-то новая модификация, и там все с маленьким количеством отзывов беру там по 50, по 100 штук. Я, в принципе, такие товары нахожу. Вот, но с такими товарами вот я мучаюсь уже 2 месяца, не могу отправить на Amazon. Потому что мне просто не могут произвести его. Я говорю, на Амазоне уже есть. Не могу найти. Уже 3 ресерча делал разных, и разные заходы были, потому что постоянно обновляется же на Alibaba предложение. И все равно вот у меня есть сейчас несколько предложений. Они крутые, нормальные, все меня устраивает. В любом случае, даже производство и доставка будет 15 июля. Я не знаю. Ладно. Выбор товара для меня это первое, значит, это емкость ниши. Что там должно быть в продаже? Я это все очень внимательно смотрим. Потом я смотрю бюджет. Сколько мне надо будет потратить на бюджет? Насколько это сложный товар? Сколько его будут делать, производить? Сколько оборотов на первой странице примерно товар на осадке надо считать? И какая закупочная цена? То есть надо считать бюджет. И закладывать там, грубо говоря, вы везете 500, например. Умножьте хотя бы, чтобы вы могли точно на 1500 денег найти. То, что вам надо на продвижение, вам надо вторую партию заказать. Как правило, для дешевого товара это $5000. 3 вы везете, у вас пошли продажи, вы везете еще на 2000 вторую партию. Это, как правило, такой самый-самый минимальный заход. Если товар дороже в 2 раза, значит, уже 10 надо. Вот и вся математика. Потом выбор товара, это, естественно, Google Trend. Это все связано с сезонностью, направленностью. Именно, наверное, Google Trend я смотрю. И третий момент, это уже маржа. То есть самый главный показатель, как раз вот один я сказал, это амзоскоп зелененьким показывается. Можно и без амзоскопа просто смотрите соотношение. Если отзыв мало на первой странице, предположим, по определенному запросу. Во-первых, запросы проверяйте очень внимательно, потому что очень часто люди просто ошибаются. Какие-нибудь кривые запросы засунут, там ни одного топа нет, и они, ништяк. Очень чистите, очень внимательно к этому относитесь. И второй момент, это однозначно надо смотреть маржу. Маржа – это вообще самое важное, потому что если хорошая маржа еще осталась, значит ниша точно не перенасыщена, и там еще есть что заработать. Там нет супероптимизации, там не возят еще, наверное, контейнерами, нет таких стабильных продаж, то есть мы можем еще туда вклиниться. И таких ниш достаточно много. А если вы залазите, где уже жесткая конкуренция, это как раз вот маленькая маржа. Там просто надо, там действительно продажи, там вы потратите намного больше на продвижение, вы потратите намного больше, то есть меньше намного заработаете. Но если вы пробьетесь, там будут намного больше и стабильные продажи. Там совсем другие вложения. То есть если здесь мы говорим о 5-10 тысячах, то там даже говорить смысла нет. То есть там уже надо практически с контейнеров начинать. То есть какие-нибудь там бьюти серьезные, там какие-нибудь
и так далее. Но и наценок там таких бешеных нет. Вот, там люди работают наоборот. Электроника, я так думаю. Но с электроникой не связывался вообще, потому что я по электронике считаю, надо, чтобы торговать электроникой, надо понимать от и до все. То есть, когда новый чип выйдет, какие прошивки, что с чем состыкуется. То есть, надо быть гиком, надо в этом разбираться. И, ну, мне так кажется. То есть, если действительно хотите серьезного результата получить, если тупо друг у друга сдирать и торговать там тремя позициями, там, Bluetooth, там, наушниками, колонками, что там у нас в электронике там, ну, светильники настольные не скажешь, этими хабами всякими там, вот, ну, проводами для айфона, ну, это такой, и у всех одно и то же, это как бы такой специфический бизнес, вот, и ничего не могу сказать. Кому нравится, то есть каждый, ну, туда влазит, это вот реально бешеные деньги, и не так все просто. Как вот сейчас Snapdragon 835 на телефон, а там еще там есть там всякие медиатеки, я уже в них не разбираюсь, например, там какой-то там еще какие-то там есть у меня. Вот, то есть надо это все вот знать, понимать, вот этот баланс, кто кого быстрее, кто кого экономичней. Вот, мне кажется, тогда и будет успех. Powerbank, да, забыл сказать. Вот. Да, ну, я не знаю, вот все китайцы, кто вот посредники, они мне все время говорят про 16.88. Говорят, а вот на 16.88. Вот только вчера по этому поводу, позавчера у меня проверяли мой товар. Тоже не хотел проверять товар, очень спешил. Думаю, все-таки и 400 километров надо было ехать. Причем у меня проверяющий есть Гуанчжоу и Ио на Unreal China. И из Гуанчжоу 800 километров, с Ио 400. Ну, пришлось вот ждать вывод, потому что еще человек надо, чтобы время нашел. Отправили. Больше 10% брак. Простейшего товара. Больше 10% брак, но это просто кошмар. Вот. И тут можно сказать. И вот он мне как раз проезжает, говорит, а зачем вы? А, понятно, вы там типа на Алибабе ищете. Говорю, ну вот, вот, ну расскажи ты теперь, почему именно другие. Ну вот 16.88 никто не знает. Я говорю, да кто не знает-то? Вот у меня в этой же таблице этих там куча площадок, 16.88, номер 2 после Алибабы. Да, я работал с Taobao. Ну, это чисто домой закупал. То есть Taobao, Alibaba, там, дроперы там на Алиэкспрессе берут, ну и так далее. Ну, все знают. Ну, я сколько не собирался с этим 16.8, ну, я ничего не нашел. Все цены абсолютно такие же. Вот абсолютно такие же. Ну, мне, может быть, не везет. Ну, все китайцы до одного говорят, там меньше на 16.8 перепродажников, там больше производителей, там производят на Китае, там лучше качество, то-то. Но мне вот никак. Причем у меня есть, я работаю как? Я работаю через посредника, то есть он у меня там, ну, практически типа. Вот, ну вот уже специалисты подтягиваются по Китаю, так что они намного лучше меня знают, в любом случае, как бы там ни было. Но однозначно, я говорю, просто у меня вот такого опыта положительного никак не получается. Даже вот те люди, которые мне в Китае помогают на китайском переговоре и так далее, я говорю, вот товар, я нашел на Алибабе, пожалуйста, посмотри на других площадках. И ничего мы найти не можем. То есть все то же самое. И как на 16.88 не зайдешь, вот я только свои товары проверял, думал, дурак я, зачем я опять там на Алибабе, надо было вот там. Тем более есть возможность через людей деньги перевести, оплатят, никаких проблем нет. Ну, ё-моё, я не нашел вообще. То есть если на Алибабе там 20 листов, то на 16.88 у меня было всего там, я не знаю, страничка предложений. Вот, и аккуратно торговаться там. Да, ну много, я вообще не торгуюсь особо. Вот, например, где 10% у меня брака было, это вообще уникальный случай, то есть у меня, в принципе, переговоры разные. Вот сейчас я с большим количеством переговоров веду, и по нашим обучающим курсам там, и так, и сяк, то есть, ну много. Вот реально, когда я первым товаром занимался, мне повезло, мне попался отличный менеджер, который практически сделал все за меня. Вот, и я всем говорил, что, в принципе, вы там плохо переговариваете. Действительно, какие люди попадутся? Чем крупнее производитель, тем меньше он нас заинтересован, тем хуже будут производиться переговоры. Бывают тугие, бывают бестолковые. Много моментов. Очень много разных моментов. Надо в первую очередь, конечно, любого из них заинтересовать. То есть, если крупный производитель, надо его заинтересовать. Объемы не всегда мы можем им интересные дать. Вот. И получается так, что те брак, которые мне дали, я вообще с ними торговал. То есть, это вообще уникальный случай. Я, значит, выбрал товар. Он достаточно сезонный, то есть у него там
непонятный, короче, там, неинтересно просто. Я, значит, разослал письма, как обычно, в массовом характере. Мне человек отписался. Я бам-бам-бам, цену узнал, все узнал. Ну, по цене прохожу, все норм. Доставка норм. Себестоимость мне отлично, все прохожу. Даже при демпинге отлично зарабатываю. Вот, все говорю. Он говорит, давайте мы вам сегодня образцы отправим. Говорю, давайте. Образцы пришли, отлично. На следующий день образцы пришли. Я на следующий день им деньги оплатил. То есть это вот, они сделали мне там за 7-10 дней, вчера или сегодня должны были отправить. Но с браком, но вот с такими косяками. А проверяющий показывает, говорит, да там вон из того, что они прям при нем все переделали, потому что товар абсолютно простой. И он говорит, да вон они из чего делают себе? Он говорит, наполовину уже бракованы. То есть там надо выбирать из тех, ну как я не знаю, там составных частей, грубо говоря. Ну то есть вот такие вот. Да, в следующий раз я 10 раз подумаю, как с ними работать. Ну, переговоры прошли, ну, просто, ну, вот все бы так переговоры велись, вот, это было бы круто. Причем, реально, можно сказать, да, там у них, наверное, продаж нет туда-сюда, я бы не сказал, потому что это реально сейчас на них жесткий жор, на этот товар, и мне, если честно, по-моему, ответил, потому что я, как всегда, шлю там сотнями писем по нише, и, ну, стараясь заинтересовать нормальный объем, мне там ответил там человек 5 всего. Ну, вот так вот. Так, бывает развод, бывает все остальное, но разные проблемы, то есть, что сделаешь? Просто я к тому, что 1688 не панацея, к сожалению. Вот, то есть, мне пока не срослось, ничего писать не могу. Так, проверить поставщика нужно до перечисления денег. Способ только один. Два, ехать, проверить, есть ли фабрика вообще. Ну, вот у меня фабрика, огромный гараж. Вот, ну, я не знаю, все относительно. Если мы будем этим всем заниматься, у меня сезон пройдет, если честно. Вот. Ну, там много, короче, это неоднозначно, очень много всяких моментов. Если мы строим действительно серьезнейший бизнес, который там на года и так далее, то да, можно и то, и все, 50. А бывает простой товар, надо быстро его привезти, продать, попытаться зацепиться, остаться в себестоимости, там, склады, грубо говоря, держать, и вот так вот по сезону снимать денег, например. Причем хороших. Вот, из-за этого, ну, сложно сказать. Из-за этого вот с электроникой, например, там, да, там серьезные производители должны быть, их надо вот вплоть до того, что туда ехать. Или хотя бы проверяющие. Почему развод? Разве нет парельных? Да полно их парельных, хватит что. Китай, ну это просто, ну пипец там, огроменная страна ее, значит. Как нет, все есть. Ага, понял, 16.8 нужно уметь правильно написать на китайском, то будет больше... Количество. Ну вот, спасибо, хороший совет. Вот. Селективная сборка. Ага. На месте прям, на ходу я. Ну вот, я говорю, вот, кстати, вот отличный тоже совет. Ну еще раз говорю, мне мой помощник, посредник в Китае, он реально общается на китайском, он мне ничего не нашел. Так, Alibaba. Много посредников. Как раз сегодня собирал сэмплы клиенту с Alibaba, ему за сэмпл 45-55 сказали, цена, мы на китайском $25 переговорили и сэкономили $200. Ну супер, ну вот, если кому интересно, я могу рассказать быстро мою систему. Система достаточно простая по выбору товара. Я товары в руки не беру, мне не интересно. Я не собираюсь там жить с этими товарами, или как я говорю, некоторые товары, реально такое ощущение, человек хотел себе домой купить, поставил себе там этот товар, и одновременно его запускает на Амазоне. Мне интересна такая схема. Я выбираю товар, Alibaba или что угодно, отсылаю письма. Собираю, соответственно, первым письмом большое количество, ну, там максимальное количество заинтересовать пытаюсь поставщиков. Вторым письмом, которым не ответили, я им второе письмо отсылаю, чтобы они мне дали интересное, ну, то есть уточнение, то есть всякими дополнительными вопросами. После этого я выхожу или на Skype, или, соответственно, там, прям сразу там, давайте сэмплы. То есть, если меня устраивает себестоимость, то есть, в начальном этапе я их заинтересовываю и узнаю цену доставки и цену товара. Вот. Если меня все устраивает, я, соответственно, уточняю какие-то там нюансы, моменты, и говорю, сэмплы давайте. Они говорят, сэмплы бесплатно будут. Ну, я не знаю, я с другими не работаю, кто мне сэмплы не дает бесплатно. И доставка там, экспресс будет там $30-80. Я говорю, братан, не надо. Вот китайский адрес, отправляй туда бесплатно. Стоит это или бесплатно, или до $10. Недорогой товар. А у этого человека собирается там
от двух, трех до там, десятка этих сэмплов. Он мне там видеотрансляцию показывает, там жует, там, я не знаю, ломает, прыгает на них, рвет. Ну, разные товары разными действиями. Характеризует костные факторы, какая транспортная компания привезла, дорогая, дешевая. Все, мы отсеиваем там, я не знаю, 95%. Остается там максимум 3. Здесь уже сами с ним общаемся, думаем. Он начинает с ними переговоры, по цене чуть-чуть их подолбить. Кто быстрее откликается, кто более адекватный, мы начинаем, соответственно, тупо работать. Если он близко, естественно, я отсылаю человека, то есть если он там в ездовой доступности, недалеко там. Человек, естественно, едет, смотрит фабрику, с ними переговоры на месте желательно провести. Конечно, не по телефону. Вот из этих двух-трех. Все, мы платим эти 30%, желательно не платить за сумму с доставкой, а именно просто только за товар. Все, мы это заплатили, они произвели, отправили проверяющего. Ну, можно еще с логотипом заказать. Можно не заказывать. Кому как, то есть насколько вам скорость важна. Если скорость не очень важна, не принципиально, тогда, соответственно, заказывайте. Уже отсеяли, заказали уже с приватом, получили товар там с приват-лейблом нанесенным, с кастомизацией, со всеми делами, что там вам надо, с упаковками, пакетиками, мешками, коробками, с лейблами и так далее. Получили, посмотрели, все нанесли классно. Ну, мне еще ни разу не было, чтобы лейбл плохо нанесли. Короче, такая история. Вот, из-за этого я там сильно не гоню. Вот, получили лейблы, все, дали, там, оплатили эти лейблы. Ну, в смысле, оплатили эти образцы с торговыми марками. Вот, все, 30% пошла работа. А это отправляется фотографу. У меня фотограф, например, в Италии. Я отправляю ему. Все, я товара не увидел, он там фотографирует, они производят. Если вот сейчас на момент у меня реально товары горячие, у меня вообще ничего нет, то есть они произвели, мне прямо вчера проверяющий забрал товары, и они, соответственно, их будут отправлять в Италию уже вот таким макаром. То есть параллельно едет в Америку, параллельно едет в Италию. По-быстрому сфотографируем. Все, вот и запуск товара. Так, ну вот и все. То есть мне не интересен товар, а вот это возить туда-сюда, сколько времени, сколько денег. То есть это не бизнес, это какая-то уже получается. Тем более мы же тут не миллионы долларов вкладываем. Так. Значит, Олег, наш на своем нужно китайский знать. Так, это я уже сказал. Посредник может вас привести на фабрику. Это не проблема. Сказать вам все и показать. Ну, согласен, но просто это самому ездить как бы накладно. Да и не хочется пока на данный момент. Будет серьезный бизнес, может быть, и надо будет там и пожить, и какие-то моменты, и лучше найти фабрики и так далее, если мы понимаем, что товар, ну, на нем можно там годами жить, когда спрашивают, сколько живет аккаунт продавца? Достаточно долго. А вот товар живет, бывает, не очень долго. Китайцы очень хитрые. Ну, хитрые это... Что тут сказать? Ну, пускай хитрый будет. Еще. Дело в том, что человек не разбирается в товаре, и заказ его, чтобы им посмотреть... на него нет, чтобы делать людям, которые работают инспекторами. Ну да, вот правильно делать, так и надо делать. Абсолютно согласен уже. Мне очень важен скорый запуск, потому что если, особенно работа с трендовыми товарами, это просто молниеносно. Ну не все получается. Ну и посредники, естественно, то есть тоже люди не резиновые, то есть им надо и зарабатывать, то есть лучше сделать, обработать 10 клиентов, наверное, вам набрать, правильно? Чем работать с одним классным. Но свои, короче, свои моменты. Надо зарабатывать всем. Какой-то компромисс надо ходить, варианты. Так, где такого человека найти в Китае, найти ли такие таможенные живет? Ну, обращайтесь, я вам дам человек, в любом случае, кто мне этим занимается. Ну, вот человек здесь в Гуанчжоу, вот, например. Я живу в Китае, Гуанчжоу. Вот Александр. Честно могу сказать, с Александром еще не знакомы, напишите мне в личку, познакомимся. Лишний контакт никогда не будет. С Ириной знакомы очень хорошо, так что я думаю, можете к Ирине обратиться, она в Шанхае живет. Так что здесь уже многих людей в лицо просто уже знаешь. Прикольно, сколько вы берете за помощь в выборе товара поставщика? Не знаю, кому вопрос. Посоветуйте хороших агентов в Китае. Ну, во-первых, таблица инструментов, услуги, с теми, с кем я работаю, там написано. Вот, то есть, если так коротко. Ну, вот, есть люди вот здесь вот, например, тоже можете пообщаться. Например, с Ириной, я ее точно знаю.
Вот, просто мы с ней, например, в этом отношении не сотрудничаем пока. Но я думаю, время покажет. Ирина, ну, мы с вами много раз по этому поводу общались, звоните, пообщаемся еще. По поводу, так, у нас сейчас я уточню. Так, сейчас, прикольно, сколько вы берете за помощь в выборе товара псичка. Ну, я не, на себя вообще не беру выбор товара, мне кажется, это чуть-чуть неправильно как-то. Подсказать, то есть вы выбираете товар, я могу отхарактеризовать и нисколько не взять за это. Поставщика тоже вы в любом случае будете выбирать. Могу дать, это как называется, посредник. Я не МПА. Туда, там, наверное, вот этим всем бизнесы под ключ, там бизнес на Амазоне, они за вас все там сделают, там, как это называется, делегируют там что-то. Если меня просто нанимать, это будет стоить дорого. Чтобы я этим занимался, это просто будет дорого. А, и все. Там тоже, в принципе, дорого. Я, правда, не знаю, кто там работает. Я лично за себя могу отвечать. Вот. Ну, я этим не занимаюсь. Я консультирую то, что вы даете. Вот. Ну, могу что-то подсказать от себя, но я не могу на такую себе ответственность брать, квалификацию. Я, да, у нас есть, я, например, с некоторыми людьми сотрудничаю просто там. Я выбираю товар, помогаю в продвижении. То есть мы как бы сотрудничаем. Я готов к любому кипишу, кроме голодовки, так скажем. То есть можно всегда сотрудничать. Вот. И по инвестициям, и по всему остальному. Но в любом случае надо все риски понимать. Вот. А так можно в любом случае общаться. При любом раскладе. То есть охарактеризовать не проблема и так. То есть в любом случае беглый анализ всегда можно сделать. Но еще раз говорю, любому человеку, кто вам рассказывает, что они могут что-то сделать там, или какие-то гарантии дать, это просто вруны. Ни один человек не может дать гарантии. Потому что мы сейчас делаем ресерч, мы на это смотрим, а продавать будем через 2 месяца. Все, что угодно может произойти за эти 2 месяца, независимо, мы учтем сезонность, мы учтем тренд, мы все учтем. Мы не можем учесть конкурентов. Просто в этот момент, если действительно классный товар, туда ломятся сотни людей, тысячи, может быть, людей. И один товар, например, он не очень крутой, ну так, неплохой товарчик, и туда пойдет 10 человек, предположим. А вы выбрали вообще супер бомбический товар, просто вообще великолепный. И даже пускай там все условия нормальные, и даже произведут вам быстрее всех. Ну, например, через месяц мне люди говорят, блин, вообще продажи стали. И туда ломанулись абсолютно все. Ну, как спиннеры, например. То есть они крутые были в январе. Вот, мы не успели в январе, мы привезли им там в конце февраля, не я лично. А вот люди, с которыми я работаю. Вот, привезли и в марте, в апреле, даже, наверное, еще в мае я смотрел спад на спиннеры, вообще Fidget Toys, Fidget Spinner, Fidget Cube, ровно пошел в начале мая, где-то 9-х, что-то таких числа. Просто рухнул. С чем связано, я не знаю, может быть, в осень сейчас попрет, сейчас в школу, школьники пойдут, начнут эту фигню снимать. Я не знаю, много мы из-за этого не верьте никогда никому, что они вам могут сделать. Это первое, а второе, ну, я не знаю, кто высококвалифицированный, имеет много свободного времени. То есть я вот так навскидку, на пальцах могу, много людей знаю, но у многих просто нет времени особо. Ни времени, ни желания. У меня вот сейчас есть пока время, я этим занимаюсь. Не будет времени, соответственно, тоже буду, соответственно, все меньше и меньше. То есть по лайвам сразу станет все понятно. Вот и все. То есть просто есть пока время. Вот. Так что а те люди, которые строят бизнес вообще на всех этих вещах, то есть вот эта помощь, ну, бизнес надо строить на продажах, мне кажется. Это да, действительно, на себе надо бизнес строить, на поиске инвестиций надо бизнес строить, на всех таких вопросах. Но точно не на помощи под ключом. Они сами себя пускай под ключ запустят хоть кто-нибудь. Ну вот, помощники эти. Так, ладно. Не будем о грустном. Так, значит, вопрос по торговле. Можно ли избежать повышения фи при повышение цены для того, чтобы делать скидку. Что-то не понял. Можно ли избежать повышения фи при повышении цены для того, чтобы делать скидку? А вы платите фи по фактически сумме продажи. Так что голову себе не сбивайте, если вы об этом. То есть у вас цена, например, вы хотите продавать по $10, ставите sell, какая там у нас, price. Ну, цена, короче, ставим, например, 20, а sales price и дату поставили 10. Вы все равно будете с 10 платить. Хотя бы инвентарь вам, менеджер инвентаря будет показывать более дорогой фи. Так что в этом отношении
Никаких там проблем нет. Не будете вы больше платить. Пишите скидку спокойно и будете платить физ только за ту сумму, за которую будете по факту продавать. За доллар будете продавать, за 10 долларов. Вы будете вот именно с этой суммой платить. Я тоже, кстати, когда начинал, меня это смущало, я думал, какую я фишку поймал, что все ошибаются, что ставят дорогие цены, а я вот так сэкономлю, на этом сыграем. Но оказалось не так. Не за что, рад помочь. Так, еще будет что-нибудь? Давайте по последним вопросам. Да закончим на сегодня. Как насчет товара с минимальным размером? Ну вот фиджет спиннер, например. У меня сейчас товар с минимальными размерами 0,7 дюйма. 2,4. 2,4 фи. Вот. Ну, еще меньше, я не знаю, там вот эти вот маленькие размеры. Я туда не лезу. Никому, ну то есть, опыта такого нет. Когда будет практический опыт, тогда расскажу, когда там еще меньше может быть. Я сейчас на данный момент по таблице влез в самые маленькие размеры. И не только я. Несколько товаров у нас есть, то есть это 2,4. То есть если в основная масса, например, платит с 10 долларов 4, там, 4,2, чем там 4,5 доллара, например, а я плачу 2,4. Если ограничение на детские товары на Амазоне. Но опять детские товары детским товаром рознь. Ну вот, здесь там всякие, которые грызут там до 3 лет. У нас в России там что там до 3 лет. У них, наверное, тоже какие-то есть. Я не знаю, я в детские товары не очень лезу, там мне не очень нравится что-то. Или дешевый какой-то товар, или вот эти вот, как раз как у вас сомнения по поводу какие-то ограничения. Например, там маленький ребенок там из вот этих бутылочек пьет, там соски жует, игрушки вот эти жует. Ну, да игрушки тоже, вот, например. Ну, пускай от 3 лет мы даже возьмем. Я никаких ограничений не знаю. Ничего не могу сказать. Если это вот для более старшего возраста, не знаю никаких ограничений. Не стал. Ой, не так много, честно могу сказать, в детских игрушках. Хотя такой постулат есть, что типа в Америке очень любят в первую очередь детей и животных. Ну, в прошлом году был у нас самый топовый товар, наверное, это эти шоковые ошейники. Я помню, их там анализировал и фотографии смотрел, когда там они показывали, там же у них за преграду, за расстояние зайдет и там фигачит. И там видел вот этими шипами, которые пробивают, аж там до мяса прожигает. Ну вот, такие вот шоковые ошейники. Да, в суппорт можно. Я в любом случае, я любой вопрос, который такой, всегда дублирую в суппорт. Я пишу в группу, в суппорт и знакомым раскидываю в виде такой там скайп-рассылка, так скажем. Кто быстрее ответит, а потом сравниваю ответы. Потому что одного единственного точного источника, мне кажется, не существует. Нет таких людей просто. Много амазонов в канцелярии, очень много. Ну и да, везде Амазон, только это сам, как главный конкурент наш, это Амазон. Вот, и в игрушках тоже. Особенно специализированных. Вот, которые там имеют какие-то назначения. Так, ну, еще есть? Так, ну, думаю, там можно прощаться. 1,5 часа отбомбили. Надеюсь, какая-то польза была. Вот, я в любом случае пользу получил. Некоторые вещи даже для себя почерпнул. Да, не сомневайся, Ирин. Ювелирки то же самое. Вот, так что было очень приятно, кто приходит. Я смотрю, уже по 50 человек приходит на лайв, хоть не зря работаешь. А то, когда очень мало людей приходит, просто реально нету желания этим заниматься. Потому что непонятно, кому помощь какая-то есть, нет вообще от этого. Может быть, зря. Все. Всем удачи, всем пока. До свидания.